как вы их, только налево. Почему? Ну... Нормально, давай. Ни капота, ничего нет. Выехала на серединку и повернула направо. Чё там? Не на танке. А он что, едет не поворотника, ничего? Какая разница, он едет прямо, у тебя это помеха справа. Ты ему перегораживаешь движение прямо. Он по-любому, у тебя с него надо было пропускать. Ну, в следующий раз пропущу. Хорошо. Вот, лыжница. Это что было? Я не знаю. Нашла два люка под на дороге. Ну а что, два люка, что ли? Ну, что... Не, ну две ямы, но они не траншея. Я думаю, что там траншея как раз таки. Помнишь, на корпоративе это, ну там говорили, что у нас Оксана двойню родила, да? Там, в декабре. Ну, она в декабре родила двойню, короче. Мальчик и девочка. Знаешь, как она их назвала? Как? Если я как узнала, в том время... Она была там за аптекой. Девочку назвала Маша. Да. А мальчика как ты думаешь? Как я знаю? Ну это капец. Нам никак сказали, я тебе даже не поверила. Алёша. И что, Маша и Алёша, что-то такое? Ну Алёша это вообще, знаешь... Ну... Что, Лёша, Алексей? Что? Не понимаю. Уже ну... нет никаких ассоциаций, ты не можешь. Алёша это, знаешь, что это вот как... Ну, имя нарицательное, типа... Что ли, вообще не. Ну, я тебе это... серьезно говорю, все называют дурачков Алешами. Ну это ваше чисто медицинское. Да ты знаешь, может при какой-то территории присутствующей. Ну здесь именно. Здесь как-то. Алексей. Алексей, а именно имя Алеша. Алеша? Вот. А ничего, нас решили все пропустить, что ли? Пиджака, что ли, в рубашке? Нет, в пиджаке сижу. А ты часто там ходишь куда-нибудь? Стараюсь. С этими, с клиентами дефилируешь? С клиентами нет, мне некуда их ходить. Клиенты ко мне ходят. Ну, в свитерке ходить нельзя, да? Нет, в свитерке нельзя. Ну и ходи там в пиджаке. Чего жопу там орать? Поехала я, короче, в эту клинику. Но. Ну там реально людей-то немного. В какую? Ну вот которая в Апалихе. А. Которая на месте названия. Ну там пациентов нет. А у них процент? Ну, они готовы платить.